Петропавловская крепость на один день превратилась в космодром. Отсюда студенты Университета аэрокосмического приборостроения запустили ракету с надписью «Гагарин». 3, 2, 1, запуск ракеты! Во флешмобе «Гагарин, поехали!» приняли участие 400 петербургских студентов. Все в маленьком возрасте, и некоторые сейчас очень мечтали быть в роли Юрия Гагарина. Первый, кто приходит на ум, современные герои мирного времени, это, естественно, космонавты. 9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 82 года. В его честь в небо запустили 82 воздушных шара с его именем. 55 лет назад, 12 апреля, Юрий Гагарин покорил космос. Акция направлена на студенческое сообщество, акция направлена на ребят, школьников, подрастающее поколение. Да и на самом деле на любого человека, жителя Санкт-Петербурга, жителя России, потому что, согласитесь, такое событие, оно в сердце каждого из нас. А одни из участников флешмоба, общероссийская молодежная организация «МИР», предложила объявить 9 марта днем Гагарина.